Сегодня в Харьковской области проходит одно из крупнейших мероприятий по отработке диверсионных атак, по отработке мероприятий, связанных с террористическими захватами. В связи с тем, что были провокации и остаются провокационные действия со стороны Российской Федерации, Генеральным штабом было принято решение именно на территории Харькова провести всеукраинские учения. Антитеррористические учения у нас проходят с 18 по 21 число, они еще будут дальше продолжаться. Цель этих антитеррористических учений была налаживание взаимосвязи между силовыми структурами и вооруженными силами. Это самая основная цель, которая была. Я вам скажу больше, мы не знали, как центр пришлет нам учебные антидиверсионные группы. Мы не знали ни количества, ни в чем они будут, на какие объекты критической инфраструктуры они будут нападать. Я вам скажу, вчера целый день был плодотворный. Они отрабатывали очень большое количество всяких всевозможных объектов. Скажу вам сразу, мы во взаимосвязи со всеми силовыми структурами их локализовали, полностью нашли и нейтрализовали. Даже нашли квартиры, в которых они уже сняли и обитали в этих квартирах. Здесь проходили учения по поводу блокировки административного здания и как освобождать это здание от возможных диверсантов. Я вам скажу, что они прошли на отлично. Хотя цель, основную оценку нам будет давать глава службы. В этих учениях было задействовано более 2000 людей. По администрации около 500-800 человек. Это национальная гвардия, это милиция, это державно-прикордонная служба, служба безопасности. И чем беспрецедентны эти учения, здесь принимали участие все участники региональных управлений. Сюда приехала, в принципе, вся Украина. Такого никогда не было со службой безопасности. Наш регион спокойный и стабильный. И мы все сделаем, чтобы было так дальше.